Привет, друзья! Сегодня очередная вкуснятина для вас. Здесь у меня фарш свинина-говядина, натер лук, натерки на мелкой и чеснок. Соль по вкусу. Черный перец. Перемешиваем и хорошо отбиваем. Противень застилаем фольгой, либо же у меня вот такое специальное покрытие. Смазываем растительным маслом. Мокрыми руками формируем вот такие котлетки и делаем углубление внутри. Дальше берем тушеную капусту, заранее приготовил. Видео у меня есть на канале, найдете, только без мяса делайте. Выкладываем капусту в середину. Натираем сыр, добавляем яйцо, немного майонеза, черного перца. Перемешиваем. Выкладываем сверху. Накрываем фольгой, отправляем в духовку 200 градусов, под фольгой 25-30 минут. Фольгу снимаем и еще минут 5-7, чтобы сыр подрумянился. Готово, друзья? Обалдеть, просто обалдеть. Сочное, посмотрите. Очень-очень вкусно. Обязательно попробуйте. На этом все, друзья. Всем спасибо, кто смотрел. Пишите комментарии, делитесь. Всем мира, добра, удачи. Пока.